Высокогорные курорты региона притягивают туристов во все времена года, а в этом году зимой заметно вырос спрос на горнолыжный отдых. Так, на турбазах Карачаево-Черкесии почти не осталось свободных мест. Туристы забронировали на новогодние праздники номера во всех гостиницах и отелях. Это обусловлено не только запретом на выезд в другие страны в период пандемии, но и действием кэшбэка на туры по России, позволяющего вернуть до 20% стоимости отдыха. Алла Качиева окунулась в горнолыжный отдых. Все приезжающие, отдыхающие, супер хорошие люди. В основном, конечно, интересуются более теплыми вещами, там, напитками всякими для разогрева. Ну, естественно, мы их тоже угощаем. Естественно, встречаем, как полагается, народных наших хороших гостей. И все вроде идеально проходит. Отлично сотрудничаем. Для привлечения туристов в известные курорты Карачаево-Черкесии стараются все. Жители, предоставляющие приезжающим элементы местного колорита в виде ярких вязаных изделий, памятных сувениров, блюд национальной кухни, экскурсий и другого, и власти, которые улучшают инфраструктуру и сервис. Курорты Карачаево-Черкесской республики на данный момент уже на 100% готовы принимать туристов со всей страны и не только, и зарубежных туристов. Все готово. Мы провели ряд мероприятий. Также это по недопущению распространения коронавирусной инфекции, что немаловажный факт. Да, в туристический бизнес пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Домбай, Архыз и другие курортные места посетило меньше людей, чем планировалось. К концу 2020-го турпоток по подсчетам составит 1 миллион 200 человек. Тогда как в прошлом году эта цифра была значительно выше. Так, прошедшие новогодние праздники заявили желание провести в сказочной Карачаево Черкесии около 120 тысяч человек из разных регионов России. С началом этого же зимнего сезона, кстати, он открыт уже. Упущенное обязательно наверстаем, говорят в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии. Номерной фонд курортов Карачаево-Черкесской республики составляет около 12 тысяч койко-мест. Несомненно, новогодние праздники с 1 по 10 января почти все места заняты. То есть, если вы сейчас захотите поехать в Домбай или Архыз именно на новогодние праздники, то навряд для вас получится забронировать номера для большой семьи или для больной компании. То есть практически 100% номерного фонда сейчас уже заняты. По прогнозам, в этот зимний сезон турпоток в Карачаево-Черкесии вырастет на 20-25%. Республика готова встречать гостей обновленной инфраструктурой. В первом квартале на территории всесезонного туристического комплекса «Архыз» планируется открытие двух горнолыжных трасс и одной канатно-кресельной дороги. Здесь строго соблюдаются все меры безопасности, в том числе и эпидемиологические. Так что любителям горнолыжного отдыха добро пожаловать в республику и хорошо провести время. Алла Качиева, Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Расул Бердиев. Вести, Карачаево-Черкесия.